Седьмую годовщину образования Среднеазиатского митрополитчьего округа торжественно отметили в Узбекистане. В день, когда церковь чтила Владимирскую икону Божьей Матери, митрополит Викентий совершил божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента. Среднеазиатский митрополитчий округ – каноническое подразделение Русской Православной Церкви в Средней Азии, созданное в 2011 году. Ташкентский собор Успения Божьей Матери – главный храм округа, который объединяет Ташкентскую, Бишкекскую и Душанбинскую епархии, а также патриаршие приходы Русской Православной Церкви в Туркменистане. В округе есть целый сонм святых, которые прославились в годы богоборчества 20 века. Если в нашей епархии, в наших епархиях, в нашем округе есть святые, значит, наша деятельность, она имеет очень хорошие плоды своей деятельности. Если бы в нашей епархии за 140 с чем-то лет не было святых, то значит, тщетна наша деятельность. Новомученики и исповедники Русской Церкви осветили эту землю своим присутствием, своими стопами, своими страданиями и кровью, своей великой жертвой. И от них мы должны почерпнуть хотя бы одну такую нравственную ценность, нравственное научение. Сохранить свою веру до конца жизни. Ни пред каким обстоятельством предавать свою веру. Вот это наша задача. Подражать нашим святым угодникам. В заключении было сделано памятное фото митрополита Викентия с делегатами проходящего в эти дни в Ташкенте первого съезда православной молодежи Среднеазиатского митрополитчьего округа.